Уважаемые болельщики «Торпедо», вы уже, наверное, знаете, что мы участвуем в акции фонда «Арифметика добра». И я от лица всей команды приглашаю всех болельщиков черно-белых принять в ней участие. Условия акции в описании этого видео. К сожалению, в Крымске у нас снега нет, поэтому я буду рисовать. Ну, поехали! Такой у меня получился снеговик. Теперь мы сделаем селфи с этим снеговиком. Лепите снеговиков, участвуйте в акции, помогайте детям. Автору самого креативного торпедовского снеговика мы вручим приз от всей команды по приезду в Москву. Давайте вместе поможем детям-сиротам получить достойное образование.